предстательную железу вводится до 20-25 игл обычно. Лечебные процедуры при лучевой терапии опухоли предстательной железы занимают менее часа и проводятся под спинномозговой анестезией, а значит безболезненным. Аппарат «Нуклетрим» установили в радиологическом корпусе онкологического диспансера прошлым летом. За это время лечение на нем прошли более 60 пациентов, у которых врачи отметили положительную динамику. Опухоли гинекологической сферы, опухоли предстательной железы, опухоли пищевода, легких. Не все возможности мы пока можем реализовать на нем. Требуется для некоторых локализация его дооснащения, которое, возможно, будет произведено в перспективе. Вот. Основное для него сейчас – это опухоли предстательной железы и опухоли гинекологической сферы. Аппарат позволяет получить результаты по эффективности, сопоставимые с операцией, при этом избежать серьезных побочных эффектов. Кроме того, лечить здесь могут даже пациентов пожилого возраста с выраженной сопутствующей патологией, как с локализованными, так и с местно распространенными формами опухоли в сочетании с дистанционной лучевой терапией. Для каждого пациента доза рассчитывается индивидуально. Над этим работают медицинские физики. Корректируя позиции стояния точек, добиваемся того, чтобы пациент был максимально правильно облучен и все необходимые критические органы были защищены. Как сообщили в региональном Минздраве, долгое время операция являлась единственным радикальным методом лечения больных с локализованным раком предстательной железы. Несмотря на современные возможности хирургии, до 30% пациентов после операции страдают некоторыми осложнениями. Метод брахитерапии позволяет практически полностью избежать их и является таким же эффективным, как операция. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».